Чтобы увидеть этих приматов в дикой природе, вам нужно будет отправиться к подножью западных гор, или Сахьядри. Это горная цепь в Индостане. Сейчас вандеро, или львинохвостые макаки, находятся в закрытом вольере Минского зоопарка. Их пора кормить, этим нам и предстоит заняться. Это для львинохвостых макаков, да? Да. А сколько их тут? Вообще 7, но на данный момент 5 в группе. 2 самки у нас отсажены пока. Потому они у нас в положении. Да, и первый раз мы решили перестраховаться и убрать их от вожака. До этого был другой альфа-самец, очень взрослый, но, к сожалению, вот его не стало. И теперь этот занял, скажем так, должность. У нас группа 7 особей. Есть вот альфа-самец. По документам он идет Раджибаба, но мы его называем иначе. Мы его называем отщепенец. Почему отщепенец? Да потому что при бывшем вожаке он занимал подчиненное положение и держался в стороне от остальной группы. Вожаком Раджибаба-отщепенец стал всего лишь 2 года назад. С тех пор он куда более уверен в себе. Положение обязывает. Вот у нас там сено еще. Сено? Вот, да, мешок. Сено. Надо нам сюда. Сено. Ну, так будет интереснее. Вот сюда немного его как-то так. Много. Да, положить, только чтобы она закрылась. А сами-то давно работаете? Да, 10 лет я уже здесь работаю. Ничего себе, ты что, с детского сада, что ли? Нет. В зоопарк я пришла в 2014 году. Учась уже в колледже, пришла сюда на подработку и начала с кипера на группе Вивари. Далее, уже когда я получила диплом и закончила учебу, перевели меня кипером на приматы и мелкие хищные млекопитающие. Получив уже какой-то там опыт, поставили на должность зоотехника. Одна коробка готова. Теперь надо наполнить сеном, клюквой, салатом и виноградом деревянный ящик и еще одну коробку, чтобы еды хватило всем пятерым. Осталась только кукуруза, и я не удержался от проведения мастер-класса по завязыванию веревки. Не упускать же такой случай. Тут боцманская марка. Вот смотрите, раз, вот тут вот прижали пальцем, да, и накручиваете плотно. Раз, понятно? Да. Настя тоже справилась, и мы привязываем початки к канатам и корягам. Я уверен, что львинохвостые макаки быстро разберутся с кукурузой. Во-первых, как все приматы, они обладают ловкими ручками. Во-вторых, они любопытны. В-третьих, таково их врожденное поведение. Они именно добывают пищу. Они обшарщики, их так называют. У них ловкие руки, как у всех приматов. Они переворачивают, разворачивают, смотрят. Поэтому вот початок кукурузы, сварил ты его, не сварил, дал сырым, он будет развернут и съеден. Да, оттуда все соберется. Вот тут крапивы навалом, я уже обжегся. А они-то как реагируют на это? Они абсолютно нормально, мы даже жалятся? Иногда в крапиву прячем им. Серьезно? Что-то, они сидят, достают. Очень удачно, очень хорошо, что в зоопарке сохранилась вот такая вот густая трава местами, потому что туда можно спрятать что-то. Их даже крапива не смущает, что удивительно, да, они ее даже вроде бы дергают и едят иногда. Мы раскладываем ящики и коробки по вольеру и напоследок прячем часть еды в крапиву. Макаки выходят через верхний отсек. Во главе, конечно же, самец. Первым делом он принимается за кукурузу. Посмотрим, оставит ли что-нибудь своим домочадцам лидер группы, бывший отщепенец. Эти небольшие зверьки напоминают крошечных бегемотиков, хотя на самом деле они грызуны. Это морские свинки породы скинни, почти полностью лишенные шерсти. Скинни неприхотливые и отлично подходят на роль домашних питомцев. Конечно же, для людей они не опасны, и перчатки на наших руках по совсем другой причине. Сейчас я отловлю свинку морскую, дам вам ее, вы ее зафиксируете. Как держать? Нежно? Да, держим нежно, но крепко. Понятно. Получается, чтобы лапки морской свинки у нас были между указательным и средним пальцем.
вот так вот. А все остальное тельце вот так. Я вам сейчас покажу. Данные животные содержатся на группе виварий. На экспозиции их нету. С нашего зоопарка эти животные поступают в различные зоомагазины не только Минска, но и всей Беларуси, чтобы радовать людей, чтобы они заводили себе таких чудесных крох. Иди сюда, иди. Вот так фиксируем. Это уменьшает амплитуду движения животного и помогает нам нормально проводить диагностику. Тут явились санитары, зафиксировали нас. Все. Пора объяснить, для чего мы фиксируем свинок и почему мы в перчатках. Дело вот в чем. Есть подозрение, что у свинок неприятное грибковое заболевание, микроспория. А попросту лишай. Перчатки защитят нас от заражения, если свинки действительно больны. Давайте чуть-чуть распрямите руки. Вот тут вот эти корочки, видите, они не светятся зеленым. Если бы они светились ярко-зеленым, то тогда бы это была микроспория. Они светятся зеленоватым. Нет, это просто повреждение. Если бы это была микроспория, оно бы было ярко-ярко-зеленое. Суть заключается в том, что за счет освещения мягким ультрафиолетом различных голых поверхностей кожи, которые предварительно должны быть обязательно обработаны, высвечиваются различные нарушения кожного покрова. В норме здоровая кожа должна светиться ровным таким синеватым цветом. Если на коже есть какие-либо механические повреждения или заболевания, в зависимости от того цвета, который будет отражаться, в принципе, можно говорить о природе этих заболеваний. На носики обязательно смотрим. Даже в полной темноте, при которой диагностический прибор дает более четкую картинку, ярко-зеленых участков на коже лысой морской свинки мы не видим. Значит, стригущего лишая у нее нет. Просто небольшие кожные повреждения, но это не точно. Поэтому при осмотре второго пациента мы остаемся в перчатках. Лена, можно я попробую посветить? Конечно, конечно, давайте. Вы мне скажете, куда? Я буду для вас поворачивать его. А почему он у вас спокойнее сидит на руках? Он ко мне привык немножко. Ну, вообще, животным крайне не нравится, когда их берут в руки. Это просто общеизвестный факт. Ну, что сделать-то? Видите, никаких зеленых, ярко-зеленых у нас нет участков. Светим пузико. Пузико у нас чистенькое. Светим носик. Отодвигаем немного уши второй рукой и просвечиваем уши со всех сторон. И с другой стороны. Уши на просвет. Интересно. И здесь альтернативы не было. Ну, действительно, подозрение на эти грибковые заболевания – это страшная штука. Все знают, любители животных со стажем, что это достаточно муторное занятие. Этим заниматься, лечить, объявлять карантин, не дай бог. В общем, надо было это сделать. Да, вот у нас участок, да, участок, да, поражения, видите? Вот, видите, такое? Он не светит. Он не светит зеленым, значит, что это не микроспория. Как и в случае с первой свинкой, в полной темноте зеленого свечения на коже зверька мы не видим. Это хорошо. А глаза скини так вообще стали бирюзово-сапфировыми. Красота. Еще, чтобы подтвердить точно, что это не микроспория, мы сейчас возьмем соскоб у животного и отправим в лабораторию. Понятно. Кстати, скинни не совсем лысые. На всем туловище у них есть редкий, едва заметный пушок, а мордочку и лапки покрывают короткие и тонкие волоски. Эта порода была выведена в 80-х годах прошлого столетия в Канаде и уже давно покорила и Россию, и Республику Беларусь. Кожа скинни на ощупь как нежнейший велюр, но мы здесь не для того, чтобы наглаживать свинок. Нам нужно обработать покрасневшие участки на их коже и сделать соскоб. После того, как свинки немного отдохнут от фиксации и обследования с помощью лампы Вуда. Знакомьтесь, медведица Нюра. Несмотря на юный возраст, а ей всего 8 лет, она уже многое повидала, но жизненные трудности не испортили ее добродушный нрав. Нюра, да? Это ваша любимица. Да. Судя по столу, который украсил бы любой стол. Она хорошая, игривая.
Ну и такая достаточно добродушная для медведя. Неврожило у людей, если не ошибаюсь, в Екатеринбурге, потом передали в Пензенский зоопарк, но у них было уже просто достаточно много медведей, они просто приняли на какое-то время, и мы уже привозили оттуда ее. В Минском зоопарке Нюра уже 6-й год. Здесь ее действительно очень полюбили, постоянно развлекают и балуют. И первый подарок от нас для нее – пластиковая бутылка с грецкими орехами, в которую мы дополнительно насыпаем изюм и ягоды боярышника. Неужели она ее не раздавит просто, эту бутылку? Для этого и кладем, она ее раздавит, потом съест. А остальное мы будем в бочку. Она из бочки все это, она и отсюда соберет. И загружаем бочку. В бочку мы загружаем яблоки, морковь и кукурузу. Все свежайшее, сезонное, выращенное в местных садах и огородах. Туда же, в недра бочки, отправляются остатки ягод и изюма. Так, хлеб берем и разложим по дороге, пока будем вешать бутылку. Бочку все берем закроем? С собой. Да, бочку закрываем. Мне кажется, ей это... Ну, это пусть делает, что хочет. 1,5 секунды развлечения, пока да. Она откроет. Такие животные, как медведи, очень ценят предметную среду. Достать еду из бочки для подготовленного медведя – это дело 30 секунд. Но сам этот объект может оказаться настолько привлекательным, что медведь надолго растянет удовольствие. В последний момент мы решили положить в бочку кабачок и арбуз. Саму бочку мы ставим в шину. Буханки хлеба кладем на бревно, а пластиковую бутылку подвешиваем к балке. А как эта любовь возникла к Нюше? Вы ее лечили, что ли? Или она, или как? Или наоборот? Ой, получилась такая форс-мажорная ситуация. Она игралась, вот сейчас колесики поэтому убрали, она игралась, ну вот эти остальные висящие убрали, и разорвала корд колеса. И запуталась в корде колеса. И заходил в вольер, разрезал ей этот корд. Прям в прямом контакте заходил к ней. А как, что она вас не съела, у меня вопрос? У меня до сих пор этот вопрос, но как-то он остался, скажем без так, ответа. Без ответа, и я не огорчен. Так как это дикие животные, они домашние, у них, ну, видимо, какой-то инстинкт. Если они показывают, что они больные, они сразу превращаются в жертву для хищников. Ну и, как правило, начало наблюдения идет заветная фраза зоотехника. У него грустные глаза. Работа ветеринарного врача в зоопарке – это каждодневный риск. Животные спасибо не скажут. В состоянии паники или стресса могут и поранить, и укусить. Но лечить-то их надо, причем незамедлительно, не дожидаясь осложнений. Медведи, конечно, самые сложные, мне кажется, животные. По крайней мере, одни из самых сложных. Очень неожиданные. Да. Что там он замыслил. А мыслит он много. Судя по выражению морды Нюры, мыслей у нее и сейчас много. И одна из них даже читается. «Когда же эти люди выпустят меня в вольер?» «Выпускаем!» Нюра сначала подошла к решетке, потом прошлась по нашим следам, понюхала хлеб и подошла к пластиковой бутылке. Сколько секунд потребуется ей, чтобы разобраться с этой нехитрой головоломкой? Саймон, как нам рассказали сотрудники Минского зоопарка, тигр очень спокойный. Вот и сейчас он ведет себя весьма уравновешенно. Тихо и мирно ждет, когда люди в его вольере сделают то, что задумали. Сейчас мяч. Вот так. Вот сделаю доброе. Мяч. Мяч. От свиней. Гостиниц. Да, если кто помнит, мы этот мяч предлагали свиньям. Он им не понравился. Так, складываем. Раз. Декорируем. Достанет, думаете? Ну, надеюсь. С
Саймону нашему 11 лет. Родился он в Новосибирске. Когда ему был год, он попал в Москву, а уже из Москвы он попал к нам. К нам он приехал 9 лет назад. Мы с Алевтиной, расставляя наши подарки, надеемся, что Саймон немного потрудится, подвигается и поиграет. Такой фактурный, да? Ну да, он вообще крупный. Он изначально был крупный и такой, и хорошо кушал, и хорошо рос, и не нервничал. И поэтому такая вот получилась огромная кошка. А не нервничал он? Почему он не нервничал? Потому что он просто флегматик по характеру? Или условия тут такие у него райские? И условия у него были райские, вокруг него все подпрыгивали. Ну и сам по себе он, да, флегматик, тут вопросов не было. Можно, конечно, назвать Саймона флегматиком, а вот именовать его альбиносом, вопреки расхожему мнению, было бы ошибкой. У альбиносов не бывает голубых глаз и темных полос на теле. В данном случае белый цвет шерсти вызван наличием редкой мутации, рецессивным геном, который подавляет выработку оранжевого пигмента. Надо сказать, что все белые тигры либо бенгальского подвида, как Саймон, либо гибриды бенгальского и амурского подвидов. Вон он выглядывает, да, спокойно, даже не рычит. Ну да, он ждет. Он ждет, что ему принесли обед. Вот. Все манипуляции должны пройти, и он выйдет. Голова у него, конечно, просто огромная. Амурские и бенгальские тигры – это вообще, в принципе, самые крупные из тигров. И в зависимости от ситуации, может быть, покрупнее либо особь амурского тигра, либо особь бенгальского тигра. Это абсолютно в рамках индивидуальной изменчивости. А по соседству у него тигрица живет, да? Да, это дама его сердца. Она у нас француженка по происхождению, но приехала из Германии. Понятно, извилистым путем она до вас доехала? Да, да, да. А вы пытались как-то детей получить? Тигрят? Пытались, потомство, да, пытались, но она уже возрастная приехала, ей уже 11 лет было. И она, если Саймон у нас очень спокойный, то она наоборот, такая вся дерганная, истеричная такая дама. Вот. Ну, в общем, она его не подпускала. Экзальтированная, понятно, не пустил. А он страдает через решетку. Да? Ну, я бы не сказала, что он страдает, но вот у них сетка, и они через решетку общаются. У нас все готово, мы выходим, а Саймон спокойно, как и полагается настоящему флегматику, ждет, когда поднимется шибер. Но зайдя в вольер, Саймон долго думать не стал. Он сразу же направился к трубе, в которую мы положили целую говяжью ногу, и потащил эту трубу на свое любимое место – центр вольера. Посмотрим, что будет дальше. Бывший отщепенец, а ныне лидер в группе львинохвостых макак, бросил кукурузу, даже не распотрошив початок. Вокруг так много других интересных вещей, к тому же надо держать под контролем общую ситуацию. Вообще, как правило, у них всегда самый первый выходит и начинает, это вот альфа-самец. То есть он сразу выбирает самый большой и интересный для него объект и уже направляется к нему, а остальные, что им, скажем так, достается, то уже и радуется этому. Самец решил, что кукуруза никуда не денется, и переключил свое внимание на ящик. Вот он больше выбрал деревянный вот этот ящик, в котором больше всего было продуктов и наименования, потому что коробки для них это, ну, скажем так, не то что повседневно, но они их видят чаще. А что-то более такое новое, вот его больше заинтересовало. А самки под шумок, пока главный занят, стали разбирать на составные части яркую цветастую коробку. И им удалось это сделать секунд за 30. Успев прихватить кукурузу, одна из самок упорхнула на верхний ярус, потому что теперь разорванная коробка понадобилась и самцу. Конечно же, к основному источнику пищи добирается доминант, всех оттуда выгоняет. Такая некая точка конфликта получается, да, но здесь мы же и вокруг распределили, поэтому все прошло хорошо. Много обезьян, много предметов, и никто не ссорится. Еще раз осмотрев деревянный ящик, лидер группы тоже взобрался наверх.
Все-таки львиноходы и макаки – это древесные обезьяны. Наверху им комфортнее, хотя и земные хлопоты им не чужды. В дикой природе львиноходы и макаки спускаются частенько на землю. Для них это, в общем, нормально, когда они собирают пищу, ищут что-то. Но при опасности они убегают на деревья. Но вот собирать что-то внизу для них, в общем, не новость, так скажем. Это более-менее нормально. Но для начала вся семейка решила собрать то, что наверху. Сидя на верхней полочке, главный самец напоминает льва, наблюдающего за членами своего прайда. И не только своим поведением. У львиноходых макак действительно запоминающаяся внешность. Они обладают такой гривой, как наподобие у льва, и интересен их хвост. Он заканчивается небольшой кисточкой, опять же, совершенно как у льва. Из-за такого хвоста их и назвали львинохвостами. Кстати, в Андеру единственные макаки, у которых есть грива. Причем и у самцов, и у самок. Гривой называют длинные жесткие волосы, покрывающие шею, спину, а иногда верх и бока головы у млекопитающих, представителей отрядов хищных, приматов, копытных и некоторых других. Грива может быть развита у обоих полов. В основном она нужна для защиты. Так у львинохвостых макак грива прикрывает лицо от ветра и дождя в лесах, где много осадков. У копытных грива защищает верх шеи от укусов насекомых и от перегрева, а у зебр еще и от укусов в шею от конкурентов в брачный период. У полосатых гиен грива может становиться дыбом, увеличивая видимые размеры животного и делая его страшнее в глазах противника. Среди некоторых млекопитающих со сложной социальной структурой групп грива есть только у самцов. Она появляется с возрастом под воздействием гормона тестостерона. Яркий пример – львы-самцы. Их грива защищает уязвимую шею в схватках с конкурентами за право обладания прайдом. Кроме того, длина, цвет и густота гривы демонстрируют качество самца как производителя и оцениваются самками. Пышные гривы есть и у самцов некоторых павианов. Самое внушительное – у гамадрила. В сложных сообществах этих приматов доминантное положение занимают те самцы, чья грива роскошнее, чем у прочих. До деревянного ящичка добрались и самки. Нам сложно уследить за их перемещениями, но альфа-самец привык наблюдать за этой беготней, ведь его обязанность – охрана порядка, которую он, если понадобится, наведет железной рукой. В Андеру не задерживаются подолгу ни у одного предмета, они носятся по всему вольеру, что-то хватают, бросают и не столько едят, сколько пробуют на вкус. Но то, что кажется нам суетой – норма для макак. Поэтому лидер сохраняет спокойствие. И лишь когда он увидел ветеринарного врача Минского зоопарка, заволновался не на шутку. Доминант потом переключился на проходящих мимо людей. Свои усилия по доминированию и по демонстрации того, что он хозяин. В частности, на Алексея Олеговича он делал стойки, в общем, его пугал, клыки показывал. Мы, как придем, это всегда какие-то манипуляции, какие-то это фиксация, уколы. Мы враги. Поэтому как бы на нас всегда есть неадекватная реакция. Пока самец занят тем, что пытается доказать свое доминирующее положение Алексею, самки и их дети, кстати, их зовут София, Степа, Дарина и Шпулька, пустились во все тяжкие. Им есть чем заняться – разбросать солому, порвать коробки и как следует перекусить. Еды мы им оставили с избытком. Нам надо удостовериться, что природа повреждений на коже у голых морских свинок не грибковая. И мы готовы. Давайте сначала посмотрим на здоровых малышей, как они должны выглядеть, как должна выглядеть у них кожа. Вот это маленькие детки у нас. Ну как маленькие, месяц где-то. Они хорошо у нас размножаются, пополнение довольно-таки часто. В любом случае, зоотехник рада и все говорит, что все хорошо. Видите, нету никакого поражения кожных покровов.
Ну да. Никаких корочек, эрозии. Да. Вот такие мы красивые. Симпатичный. Пока маленький. Когда вырастает, еще симпатичнее. Кстати, продолжительность жизни скини 8-9 лет. Для некрупных грызунов это весьма приличный срок. У грызунов наблюдается корреляция между размерами тела и продолжительностью жизни. В принципе, те, которые поменьше, живут поменьше, и грызуны, которые покрупнее, они живут дольше. Теперь, смотрите, я вам даю морскую свинку, вы ее держите, а я беру соскоб скальпелем. Вот вы вот так держите аккуратненько. Аккуратненько. Так, сжимайте не так сильно. Ну, совсем не сдавливаю. Немножечко палец вниз, чтобы я могла соскоб сделать и вас случайно не задеть. Я не каждый день ношу кавиаморфных грызунов, так называются все морские свинки и другие южноамериканские грызуны, на осмотр к ветеринару, поэтому Ульяна, как более опытный в этом деле специалист, любящий своих пациентов, контролирует мои действия. Тихо, 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 чуть-чуть мне еще надо. Обработку поврежденной кожи Ульяна доверила мне. Дело нехитрое. Надо просто опрыскать свинку антибактериальным средством. Сначала первую, а потом и вторую. Тихо, 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 тихо. Тихо, я знаю, что ты уже дрожишь. Все, больше у него нигде нет поражений. Спокойный. Да, сажайте. Все животные ведут себя по-разному. Голые морские свинки, в частности, одна очень переживала, кричала, другая более спокойно себя вела. Предварительный диагноз Ульяна уже поставила. Он не такой страшный, каким мог оказаться. Я думаю, что это просто стрептодермия, которая легко лечится антибиотикотерапией. Ну что, все? Да. Эвакуация? Да. Так, материал? Мы забираем, я отвожу в лабораторию. Так. Все. Только пережившие за один день скини слегка дрожат, еще бы, натерпелись. Главное, что очень неприятная болезнь, скорее всего, не подтвердится после того, как соскобы исследуют в лаборатории. И эти скини в ближайшем будущем смогут осчастливить кого-то из любителей домашних животных. Пластиковая бутылочка с орехами, изюмом и боярышником приятно захрустела в лапах медведицы Нюры. Если бы медведица захотела оторвать эту бутылочку от веревки, ей хватило бы и пары секунд. Но похоже, что Нюре интересно другое. Сам процесс вот этого мотания, когда она зубами держится за веревку и качается, как на качелях, ее передняя часть качается, как на качелях, да, вот так вот раскачивается. Игра самая натуральная. Играл с едой. В итоге бутылка в последний раз хрустнула в медвежьих зубах, и на землю посыпались грецкие орехи. Но интересно, Нюре не они, а бутылка сама по себе. Сама возможность что-то сделать с этим предметом, что-то из него вытряхнуть, сплющить, утопить, разорвать, прокусить, это... интересно и приятно животному, и оно это делает для удовлетворения своих биологических потребностей. В данном случае это потребность в манипулировании объектами. Набаловавшись с бутылкой, орешки Нюра тоже поела, лежа. А зачем тратить лишнюю энергию, если впереди сражение с бочкой, которую медведица заметила сразу, но знакомство с ней решила отложить на потом. Нюра начала с грецких орехов, что тоже удивило. Я думал, все-таки начнет с хлеба, более чего-то емкого по питанию. Но начала с деликатесов для себя. Грецкие орехи были ей интереснее. Посетителей становится все больше, они с интересом наблюдают и комментируют происходящее. А Нюра приближается к бочке, вставленной в шину. Крышку она открыла мгновенно. Открыв крышку, Нюра засунула морду в бочку. Способов достать из бочки еду много, но Нюра выбрала самый простой. Изначально Нюра пыталась все-таки засунуть голову в бочку, то есть пойти простым путем, потом лапой. Перевернуть это уже была достаточно сложная операция, поэтому пошла простым путем.
Конечно, она достала то, что лежало сверху, половинку сочного арбуза, и с аппетитом съела всю мякоть, оставив только корочку, а потом полезла лапой за другими угощениями. Выгребла из бочки кабачок, яблоки, морковь, но есть не стала. Еда никуда не денется, сама бочка гораздо интересней. Не надо делать каких-то очень глубоких выводов, что она что-то там как-то решала какую-то задачу, никакой задачи. Она все прекрасно заранее знала, что можно делать с этой бочкой. Но решила так побаловаться, на голове ее немножко вот так потолкать, потом сяк. Но гвоздем программы неожиданно для нас оказалась даже не бочка, а крышка от бочки. Нюра катается возле нового предмета, трется об него мордой и шеей и клацает зубами. Ну, чисто игровое поведение. Почему заинтересовал сама крышка, ну, я не знаю, тут можно только гадать. Сама крышка от этой бочки была в другом вольере. И там запах животного еще остался, поэтому она больше именно работала с запахом и играла с запахом от этой крышки бочки. Снова вернувшись к пластиковой бутылке, Нюра вытрясла из нее остатки содержимого и, успокоившись, вольготно раскинулась, чтобы догрызть орешки. И бутылка, и бочка остались почти целыми, хотя Нюра забавлялась с ними далеко не полторы секунды. Наш с Алексеем прогноз снова не сбылся. В синоптики, что ли, пойти? Бенгальский тигр Саймон перенес трубу с начинкой чуть повыше и улегся. Он явно готовится к долгому и нелегкому сражению с предметом. Саймон лежит и кусает трубу, внутри которой мясо. Но доставать еду тигр не спешит. То ли он растягивает удовольствие, то ли просто не голоден, то ли пока не может догадаться, как достать мясо. Он хотел играть, хотя он проявлял свое инстинктивное поведение. Он лизал и кусал, то есть рвал. Два, видимо, фактора сошлись. Чисто индивидуальные особенности плюс отсутствие предварительного опыта. Саймону действительно не предлагали раньше подобную игрушку. Но стоящая перед тигром задача со стороны кажется совсем нетрудной. Ведь при желании мясо можно легко достать лапой. Игрушка уже изрядно потрепана и покусана. Через отверстие, проделанное тигринными зубами, торчит солома. Кстати, тигры обладают не самыми мощными челюстями в мире животных. Существует множество методик оценки силы укуса. Одна из них подразумевает определение силы давления зубов, которое измеряется в ньютонах. По этому показателю среди крупных кошачьих самый слабый укус у львов. У тигров он посильнее, но уступает и гиенам, и белым медведям. Рекордсменами же среди современных кошачьих являются ягуары. Их сила укуса достигает 6675 ньютонов, что, в свою очередь, более чем в 2,5 раза меньше, чем у белой акулы. Значительная сила укуса ягуаров связана с широким черепом и мощной челюстной мускулатурой. Их нижняя челюсть заметно короче тигриной, а это позволяет кусать сильнее. К более широкому черепу может крепиться более крупная мускулатура. В результате ягуары приобрели способность эффективно умерщвлять некоторых животных, которые не по зубам другим крупным кошачьим. Например, они могут убивать кайманов и черепах, прокусывая их черепа или панцири. Если бы рослый, упитанный, еще молодой тигр Саймон задействовал свои зубы на полную мощность, он давно бы разделался с емкостью, которую можно назвать как угодно, хоть трубой, хоть тубусом, хоть бочкой, и достал бы оттуда мясо. Но он этого не делает. Почему? Вопрос остается открытым. Ну, я думаю, она ему сама по себе очень понравилась. Вот он ее все вылизывал. Вот. Она фактурная, и ему было интересно. Именно вот игрушка. Его, так сказать, вот, ну, сообразительность, интеллект как-то вот не позволяют без предварительного обучения достать эту штуку. Вот мне так кажется. Раз уж мы с Алевтиной разошлись во мнениях, спросим у эксперта московского зоопарка, который, кстати, лично знал Саймона в его детские годы. Ведь, напомню, тигр приехал в Минск из Москвы. Если мы используем в качестве обогащения бочку, то может запуститься часть охотничьего поведения, когда
животное захватывает бочку и пытается ее удержать. Но пищевое поведение при этом не включается, потому что для того, чтобы включилось пищевое поведение, объект должен обладать иными свойствами. Тигра можно обучить извлекать пищу из бочки или из коробки, но именно обучить. Если такого опыта у тигра еще нет, то он и может не сообразить, что внутри бочки среди сена есть нога. Получается, что мы с Алевтиной оба по-своему правы. А Саймон продолжает возиться с бочкой-трубой, меж тем, как в соседнем вольере замаячила экзальтированная немка-француженка по имени Тамути. Наверняка злорадствует. Ей-то достался кусок говядины без всякой там трубы с соломой. И она спокойно, размеренно ест. А вот Саймон, похоже, сегодня останется без ужина. Что-то, наверное, пошло не так. Не совсем может быть голодный, не совсем может быть, ну, я даже не знаю. Может, мясо ему не совсем понравилось. Наигравшись с трубой, Саймон подошел к мячику с запахом свиней. Осмотрел, обнюхал, лизнул и вернулся к трубе. Это было мимолетное внимание, секунда, и все. Он не впечатлил его. То ли размер не тот, то ли запах не тот. Стоит отметить, если не сообразительность, то хотя бы упорство Саймона. Оставив неинтересный мяч, он вернулся к интересной трубе и провозился с ней еще не менее получаса. Такая манипулятивная деятельность, которая, конечно же, не моделирует его естественное поведение, но все-таки заставляет двигаться и что-то делать. И это очень полезная штука. Игрушку он эту разорвет, это точно. В течение ночи он с ней расправится. А может быть и раньше. По крайней мере, Саймон не прекращает свою игру с едой, спрятанной в трубе. И это само по себе результат. Под вечер медведица Нюра по-королевски развалилась рядом с остатками пира. Все, что было в бочке, вывалилось на землю, и Нюра не спеша похрустывает морковкой. Она и поиграла, и поела. Очевидно, что в минском зоопарке она всеобщая любимица и, судя по всему, активно пользуется своим положением. Львинохвостые макаки добрались до коробочки, которую мы оставили в густой и жгучей крапиве. Как и говорила Настя, эти заросли ничуть не мешают макакам, собирателям и обшарщикам добывать себе пищу. Голые морские свинки забыли и про лампу Вуда, и про соскобы, и про опрыскивание. Они отдыхают, посверкивая глазами бусинками и пошевеливая розовыми носами с небольшими усиками. А Саймон так и не достал мяса из трубы, но он занимался, двигался и трудился. Устав, тигр принес трубу своей даме сердца, строптивой Тамути. Видимо, он еще надеется на ее благосклонность.